Когда еще можно узнать больше о велосипедах, как не в день города? На бульваре какой участники движения «Велоштурм» организовали выставку велосипедов и рассказали всем желающим, чем они отличаются друг от друга. Организаторы попытались представить максимально полную коллекцию велосипедов от детских до взрослых, на которых проходят соревнования кросс-кантри, шоссейные велогонки. Есть здесь двухколесные, которые неоднократно приносили своим хозяевам победу. Например, этот велосипед принадлежит спортсмену Андрею Трошину, многократному победителю соревнований в нашем регионе. Особенно популярными в последнее время стали велосипеды-фиксы. У них нет тормозов. Их тоже представили на выставке, так как интерес к таким двухколесным в последнее время увеличился. С каждым годом таких людей, которые любители фиксов, все больше и больше. И в этом году, вот, можно сказать, пик не пик, но они более явно, так сказать, и более широко в этом году представились общественности, можно так сказать. Они катаются по городу, да, без тормозов. Но те, кто ребята, которые научились, они очень умело управляют своим велосипедом, притормаживая и соблюдая, ну, все возможные осторожности.